про этапы сборки летнего душа. Значит, сначала собирается основание. Основание из бруса. Собрали, положили в сторонку. Далее собирается каркас. Просто каркас, металл. То есть на боку. Вот, вот так вот, грубо говоря, наклоняем душ. Он лежит у нас на боку. Скрутили. Скрутили между собой каркас, все прогоны. Верхние дуги прикрутили. Пока он лежит на боку, обшиваем поликарбонатом торцевые части. Обшили, одели резиновый уплотнитель. Также задняя стенка тоже обшили, одели уплотнитель. Далее обшиваем заднюю. Где он? Обшиваем заднюю стенку. Можно сначала ее, потом поверх нее уже одеть вот эту торцевую часть. Все, пока он на боку лежит, кроем одну стену. Кроем одну стену с загибом на заднюю часть, на невидимую часть. Здесь заподлицо и заводской рез. Покрыли, прикрутили. Душ переворачиваем. Не фокусируется, нифига. Душ переворачиваем, кроем вторую стену. Он у нас продолжает лежать вот в таком положении. Вот сейчас он в таком, а так он вот в таком. Прикручиваем верхний парник вот на эти саморезы. На эти саморезы прикрутили. Душ опять перевернули на другой бок, с одного бока на другой бок. Вставили бак, пока он в лежачем положении. Натянули парник, зафиксировали на сначала вот эти раз, два, три шайбы. Подрезали как надо, одели профиль и окончательно прокрутили. Все, затем поднимаем вот в такое положение. Прикручиваем к брусу, собираем трапик, прикручиваем дверь, обшиваем дверь и устанавливаем все принадлежности.